Понятие звезда, оно такое чисто шоу-бизнесовское, да, в основном, и предусматривает много других дополнительных атрибутов, как то, в том числе, что человеку нужно звездить для того, чтобы быть полноценной звездой. Ему нужно капризничать, ему нужно там выжимать что-то из своей репутации. Я себя чувствую человеком на своем месте, труд которого оценивают благодарные зрители. И спасибо судьбе, что у меня есть такая возможность. Василий Уткин говорил, что он не особо любит, то есть, раздавать автографы и так далее. Вы как, больше любители? Это просто... Ну, не профессионал, по крайней мере, точно. Если что-то действительно способно принести людям радость, то я с удовольствием это делаю. Ну и последний вопрос. Потому что угорать от этого, конечно. Я не знаю, но первые, да, когда это происходит в первый раз, то естественно, через какое-то время, соответственно, это уже воспринимаешь совершенно иначе. От комментаторства не устаете? Не надоедает? А как же? Бывает, да? Да, бывает. Бывает. Даже самое любимое дело иногда просто укатывает, потому что все мы живые люди. Бывает. Как ты не знаешь, куда двигаться там дальше, да, условно говоря. Там сюжеты какие-то потерялись, да, не на что перейти. Все бывает. Это нормально. Главное, чтобы не было тотальной усталости. Что бы вы хотели сказать казахстанским любителям вашей профессии и вообще велоспорта? Вам повезло родиться в это время и в этом месте. Спасибо. Получайте удовольствие от этого. Большое спасибо.